Дорогие друзья, сегодня несколько слов о Юджине Брикре. Человеке, который в действительности, несмотря на некоторые официальные заблуждения, выполнил первую эвисцерацию малого таза в 1940 году. Этот хирург родился 1 августа 1908 года в штате Иллинойс. Получил сначала педагогическое, а потом медицинское образование и далее специализировался по хирургии. Его профессиональная зрелость и пик активности совпал с периодом Второй мировой войны, в которой он также принял участие в качестве полковника медицинской службы, главного пластического хирурга американской армии на Европейском театре военных действий с 1942 по 1946 год. Он, кстати, предложил и внедрил впервые первичную пластику огнестрельных ранений кисти с помощью лоскутных технологий. В памяти нас, его потомков и всей хирургической общественности медицинской, он остался как автор уникальной по простоте и эффективности, и универсальности операции Брикера. Это технология отведения мочи после всех операций, сопровождающихся удалением мочевого пузыря. Суть операции состоит в том, что мочеточники имплантируются в сегмент подвздошной кишки, а он, этот сегмент, в свою очередь, выводится в правой подвздошной области в виде уростомы. Эта операция приобрела такую популярность и положительное восприятие, в том числе потому, что одна из пациенток Юджина Брикера сконструировала уроприемник. Резиновый мешок на очень хорошей качественной клейкой основе, который фиксировался к уростоме, позволял накапливать мочу, выливать ее, не подтекал. Это было эстетично, практично, надежно и безопасно. И сейчас операция Брикера является золотым стандартом отведения мочи после всех операций, сопровождающих цистектомией. Прожил долгую, счастливую, яркую жизнь. Умер 1 января 2000 года. В возрасте 91 года. Помним, чтим, восхищаемся, берем пример, стараемся быть похожими. Не забывайте.